друзья. Многие ребята в подростковом и юношеском возрасте мечтают научиться играть на гитаре. Ведь это очень душевный инструмент, и песни под гитару отличаются своей особой проникновенностью. В 1997 году в городе Видное появилось такое место, где любой желающий мог проявить свои музыкальные способности. Клуб «Горизонт» был основан Алексеем Брахманом. Он объединил любителей авторской песни и активного отдыха. Было 13 лет, Алексей Германович также пришел к нам в школу, как я теперь хожу по школам и зазываю детей, и сказал, а вот, вдруг кого-нибудь дома валяется гитара, вы на ней не умеете играть, приносите гитару, научу. У меня была именно такая ситуация, дома лежала гитара, я ее приволок и действительно научился. Александра пришла в клуб, зная всего пару аккордов, но за 7 лет обучения смогла освоить инструмент. «Горизонт» – это не только обучение игре на гитаре. Как говорит руководитель клуба, «Горизонт» – это лес, гитара, правда, дружба, жизнь. Музыканты принимают участие в слетах и туристических походах, где находят новых друзей и единомышленников. То, что тянется с советских времен, вот самых первых авторской песни нашей, бардовской, это, мне кажется, все сохраняется здесь, и это очень радостно. Когда я смотрю на ребят вот из «Горизонта», мне кажется, что у нашей молодежи очень много каких-то правильных человеческих ценностей, которые такие простые, такие как дружба, там, здоровый образ жизни и так далее. Но на самом деле это очень редко встречается сейчас. К своему дню рождения клуб заметно преобразился. Юная художница Катя Сажина приняла участие в обновлении помещения, украсив его стены своими картинами. У меня была куча эмоций, я не могу это описать, и прям же ночью села рисовать эскизы уже, которые можно было бы тут нарисовать. То есть эскизы потом были одобрены, да, и уже потом... Эскизы были одобрены. Бардовская песня, как отмечают участники клуба, воспитывает детей, делая их добрее, внимательнее к окружающему миру и людям. И взрослее они не расстаются с авторской песней, а значит, «Горизонт» отметит еще не один день рождения. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.